Во Франции появились новые электрические трехколесные велосипеды, напоминающие римские колесницы. Они называются бенгурами. На них можно передвигаться самостоятельно, без посторонней помощи. Это идеальное решение для инвалидов, таких как Нежа Эль-Рафики. Она тестирует прототип на велосипедной дорожке Виарона в Лионе. Это совместный проект, поддержанный программой региональной политики ЕС. Появилось ощущение свободы. Наконец мы чувствуем, что мы такие же, как все. У нас есть возможность кататься по велодорожкам, ездить за город, кататься по парку Тедор. Мы можем ездить и по городу на бенгуре, не пользуясь метро или автобусом. Виарона – велосипедный маршрут между Женевским озером и Средиземным морем. Под Лионом предлагают на прокат 8 бенгуров. Проект на общую сумму в 273 тысячи евро на 60% финансируется программой региональной политики ЕС. Электрические трициклы будут базироваться поначалу в двух пунктах – Мирибель-Жонаш и Тен-Турнон. Регион Овернь-Рона-Альпы хочет стать флагманом этого проекта мобильности для всех. Виарона – это велосипедный маршрут протяженностью примерно 800 километров во Франции, с некоторыми участками в Швейцарии до Ронского ледника, источника реки Рона. А бенгур – это транспортное средство, на котором можно передвигаться по всему этому маршруту, что позволит людям открывать достопримечательности всего региона, а не только вдоль Роны. Идея создания такого транспортного средства пришла в голову Жозефу Миньотце после аварии, в которой он попал на мотоцикле в 2012 году. Мужчина провел 3 года в своем гараже, создавая прототип. Его партнер и дизайнер Сириль Мезьер. Первый прототип, сделанный Жозефом, очень напоминал колесницы Бенгура из одноименного фильма, и я думаю, именно это и повлияло на будущее название машины. Кроме того, Бенгур был воином, и мы тоже стараемся по возможности быть бойцами. Ключевые слова проекта – совместное использование и, следовательно, подключенность к интернету. Специальное приложение позволит пользователям определять местонахождение бенгура, людям с ограниченной мобильностью обмениваться маршрутами, а также получать информацию об окружающей среде. Виржин увлекается походами по выходным. Сегодня она открывает Виарону в поселке Тен-Лерметаж. Больше всего мне нравится в бенгуре то, что мы на нем сидим выше и гораздо лучше видим, что происходит, а в инвалидной коляске мы находимся довольно низко. Кроме того, мы чувствуем себя в большей безопасности. Конечно, люди смотрят на нас с большим любопытством, думаю, что им нужно немного времени, чтобы понять, что мы в инвалидной коляске, так что это довольно приятная сторона.